помогают своему тренерскому штабу. Руководители Джокера требуют с трибуны, VIP-трибуны. Короткие смены проводить. Практически не уходят с площадки Катарина и Бакения. Тот же Лукау, да и все. Многие иностранцы, которые приходили в наш российский пляжный футбол. И касается вообще переезда в любую другую страну. Это гол! Они начинали с трудом, адаптируясь. И то же самое было с Лукао, который становится героем. Героем финального поединка. Пушечный удар.